Осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Takže čau lidi, vítám vás u dalšího let's playe ze hry Metro Last Light. U mikrofonu je Matrix XXL a pokračujeme dál. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Вылезли мы вообще с метра. Как туннель, а скоро без муниции. Театральную отсюда остался только один путь, по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло вам, Артём. Слышим, что эти пауцы без них не делай. Похоже, склон местных сталкеров. Сталкер? Граничар? Окей. Оу. А где были сталкеры? Там? Черт, фильтров маловато. Жарный фильтр, один фильтр. Ну ничего, на нашего их хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Ну а это кузнечено, я не буду спеши. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Tohle si přebiju. Víte, se ono to nic nedělá, ale dívejte se, jak je to hnusný, ale je to pěkně detailní. Já slychal, tu takové vodice, že i půli nespasají. Ty, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Сюда, кам окно. Окно. Око догледне. Тут справа от самолета должен быть. И окно, это одно. Фуй, гнус. Очкей. Вон, по крылу можно спуститься. Вот там. Filtr? Aspoň mám filtr. Koukám, tam střílíš. To mě osyp. Ty vole. Mám tam skočit za tebou, nebo mám to vzít jinudy? Já bych to vzal nejraději jinudy. Hopla. Já jsem si všiml, že se mi pořád v herním nastavení mění gamma. Pořád do kolečka s tom měním. Vlastně nějak tak. Oh, tam bych nechtěl spadnout, tam ne, to je špatný. Jinak opravdu divím se, že to jede tak pěkně, když to má takovou nádhernou grafiku. Pojď. Вон и переход, давай туда. Если тут застрянем, нам крышка. Надо скорее добраться. Вы хотели спросить, если тогда се вам то сдам от тьмаве, так я бы то засветлил. Если хочешь, смени противогаз, только быстро. Ему-то уже не понадобится. Чёртовы твари! Фуй! Сейчас, кажись, блюну! Старайся идти потише, тут говорят не то, что... Йо, лепший фильтр. Мислим, что тен би тали тенлэс тен фильтр стэнни не выужили. Но всё равно пробирай. Давай на свет выбираться. Пробей служебное помещение. Окей, меркну. Чувачи, это факт, это такой понурый. Оправду бы хотел зептат, что это е. Оу, брокада. Найс. Oho! Ježiš, píska mi v učích, nesnáším to. Když zmáčknu go, tak si otřu masku, to je logický, super.
Super tedy. Můžeme pokračovat i dál, doufám, že jsme... Jo, vlastně mám tohle pořád, tohle... Ne, já nechci tady tuhle s tím noktovizorem, nebo já nevím, jestli se to hodí ještě. Ale ne. Asi si vezmu spíš tohle. Co se stalo? Ty v krvi věc? No a co? Nic se nestalo, pokračujme. Артём, стой, пригнись! Стража! Огромная стая, видно, от бури бегут! Ох, чую, будет дело! Как на тех ходинках видите... Только тихо! Нас разорвут, как пипля! Вы блест? На тех ходинках видите, колик часу мне сбива до дальшего фильтра выменить? Ты вола! Фух, пронесло! Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов! Ладно! Идем к самолету, пока новых не набежал. Пошли! Гнися ты, гнися. Слыхал я про это место всяко. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошло! Это тогда многим атмосферичтější teda i venku, mě takové ty pasáže v předchozím metru mě ty pasáže venku strašně srali. Tak Artём, město je to neprostoje, tak što ne teraj hlavy. Já nebudu panikařit. Já přece nikdy ne... Stalker Radim rozkazoval, to byl rejs Majorka Moskva, no sěmě posle oddycha. Já to sám ni na moře nebyl nikdy, ni fuj, to je morbidní. Ale byl tu filtr. Co bych udělal pro filtr? Počkej na mě! Странно как-то. А. Оу, ага, já jsem si myslel, že zamířím. On vlastně, když zmáčknu levý, tak vystřelí. Co to bylo? Co to je? To nic. Živé, smotri, oni živé! Nežijou. To je jenom výplod tvojí fantazie. Tak vidím, že máš lopatičku, tak je mají než lopatičkou. Jestli obživnou, tak budou znovu mrtví. Fuj. Promiň, promiň, kámo. Ne. Ty vole. Co se lekl. Черт! Питания нет, двигатель заглох! Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? Спроси! Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Толя, падаем! Скорость какая? Электроника вырубилась! О, господи! Судный день. Черт! Да что же ты творишь-то? Не пашет, планирую я! В руки себя возьми! Давай, давай, запускайся, гадина! Правый движок кушает, давай, взлетный! Opět si můžete přečíst, si to pauzněte, ale já chci pokračovat dál. Co je, nic se neděje, to jsou jenom halucinace, halušky, kámo. Moc si požil hlub, kámo. Jo, ale opravdu. No, jo. Děkuji. Jestli mě ty... Čas vyměnit filtr. Uče... Ne, to jsem nechtěl, já jsem si chtěl čapnout. Oh. Artём, давай направо. Вход должен быть за этим зданием. Člověče, jak dlouho jsme tam byli?
Черт, демон! Срежь его! На тебя летит! Су демони jako z jedničky. Оу. Чёртовы демоны! Будешь должен. Зато ты с ней что уделал? Уже не вшим. Пошли, мы уже почти на месте. Jsou zajímavé blesky. Super. A dál už nic. OK, mám plno, mám nabito baterku. Člověče, jsou zajímavé blesky, tak kdyby někdo střílel. No, co já говорил? Умные заразы! A my už почти пришли. Готовься! Со второго этажа прут! Nevím, proč jsem do něho střílel. Zprava! Вход на театральную тут, за углом! Побежали! За мной, скорее! Tyhle samozřejmě taky můžete znát z jedničky, z prvního dílu, Petra. Já zdeš! Davaj! Ruku! Skorěj, sečas ještě naběží! Tu kde-to rádom vchod! A je, je, je. Смотри, сколько их! Надо предупредить станцию! Скорее! Давай по эскалатору! Скорее! Скорее! Они не отстают! А то си мислили, что все мутанты уже здесь просто не есть. Открывайте! Скорее! А, до пердела! Чего так прогулочка получилась, а? Ну то зря, ё. Оу. Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах. Иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Так уж, аби си был дома. Сме на станице, где су оправду люди, так же си можем хвилу отпочинут. Время такое, сами понимаете. Пардон, някак сим охлазенный опять зас. Будь лепши быть нахлазенный, неж быть уполне немоцный. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. То была езда. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Камо твой огос. А ты пламеномет. Мисс, так кто аси целое венку вивраждит. Ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре. Над нами большой театр. Кто из артистов жив, все тут. Дают представление. Со всего метро народ едет. Гимнофашисты к войне готовятся. А бегут-то чего? Как же так? Столько лет жили, а теперь мы уроды? Как же так? Виден. Сколько раз такое уже было? Це фраєри, пустите нас довнітр. А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь революции, наша, красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили?
Да, нас. Отлично, проходите. В общем, Артём, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Окей. Добро пожаловать и хорошо вам отдохнуть. Že mám si zdachnout, nebo dáchnout spíš. OK, opět si to můžete pročíst, pauza. Jdeme dál. Takže tady je stanice metra, můžeme si to tady celý projít, vidíte, mají tady dobytek, takže bude se dneska grilovat, bude dneska vepřové. Tak ten má dost. Але розгодні не на тому. Последньому театральному критику. Подайте, кто сколько может. Что, молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? Ну, тари маш, просто идет. В этом подземелье каждый нашел себе место. Наш рот. Убийцы и шлюхи. Патек. Дескай патек. Чуть не наш рот. Дал бих си одну, бармен. И что? Что тари маш днеска, крыси масо, небо нецо лепшího? Не будет тут театра, так только в петлю. Так ниц, днеска се не давай верки. Первое время чумы, значит. И когда ждать гости с косой? То есть, ты си ходить реклама? Ты си нови, нова Google реклама? Семеновна! Иди сгасну, что ты на то, не? Добре. Короче, тари се варжи, човече, шкода, что не могу си třeba приседнуть на хвиличку, поклабосит. Никто си мне не всима. Маш займавые бриле, а добрый тик. Прости. Что? Костя, что случилось? Витя погиб. Хеле, это пес, это волк. Тут демон. Все попадали, он даже не зацепил никого. Это пташек. Маской на камере. Да, что там Маш дал, дедо? Демона отогнали, смотрим. Нет, это он взлетает только. Так, добра. Прежде уговать никто. No, v téhle době si člověk musí prostě nějak přivydělat, si myslím, co? Je market? Когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить? На неделю хоть деньги еще остались? На какие тут деньги? Чтобы си не могу ничего купить, хвайба человече. О, а и губички тари мои, ну, это супер. Здесь се продава амуниция. Тари се продавают рыбы. A mě spíš zajímá něco. Ty jsi můj člověk. Takže mám tohle, tohle a tohle. Spíš bych to prodal, tady tu sračku. Koupil bych něco lepšího. Co tady máte? Tohle bastarda, to už mám. Tohle taky mám. Pneumatická puška. Sekáč. A kolik to stojí? 85? Отличная вещь. То что, не мог, это... бандиты не страшны. Pneumatická puška je dobrá právě na odstřelování, nepotřebuje, vlastně potřebuje dobíjet vzduch, ale já si ji koupím. S takým oružím ty smůžeš zaštítit i sebe i druhých. Tady tuhle. Dám si na ní zaměřováč, ale nevím, jestli reflexní nebo infračervené. Infračervená se mi zdá celkem slušná. Takže jo, 35, dobré, myslím, že to mám. A co tady je dál? Ostatní, lepší pažba za 40. Chceš zabrat, odstranit vylepšení pažba? Už mám tady tohle, a co tohle? Tlumič? Snížení rozptylu na vývoj, má rychlost na vývoj, má mnohem menší pasek v řadě nepřátel. Nevím, jak to bude dál, ale určitě noktovizor se hodí. Infračervená mířidla. Ale nevím, jestli bych chtěl, asi bych chtěl chodit stealth, ale na to už mám pneumatickou pušku a já ji ještě upravím. A jestli na ní můžu dát taky noktovizor. Takže na tohle dám noktovizor a z tohohle ten noktovizor sundám a dám na to normální reflexní měřidla. Tak. A je to. Teď tady samozřejmě můžu nakoupit nějakou munici, takže jdeme na to. Co tady je sekundární, nepotřebuju munice, normální munici prostě. Takže dobře, potřebuju kuličky.
кововые кулички, которые дострелили. Видишь, ни пятнышка, ни царапинки. Точность гарантирую. Dobře, 36, to stačí. Do tohle taky potřebuju nějaký munice. Patrončiky hoď je samodělné, no normálné, bери. A tohle by mohlo stačit. Takže díky ti, díky ti. Pokračujeme dále. Кожа! Лучшая выделка! Оригинальный покрой! Не пожалеете! Окей, tady máme další. Další článek, takže samozřejmě si to můžete přečíst. Pauza. Konečně poště. To si nepotřebujete ani pauzovat. A co je tady řada? Jo, tady je vlastně to divadlo, jak říkal. Ale já projdu, dívejte se, bez placení. Nic. Tady nemůžu? Все, Артем, договорился. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. Мы тут таки в нашем месте имеем улицы революционные. От тебя, что ли? Это не тебя на медне жена сковородкой гоняла. Ты еще на природе прятался. Куда? Обидно. У меня на жену рука не поднимается. Да-да, конечно, проходите. Ладно, Станислав. Это как VIP. Ха-ха, не можем чекать в ряде. Я тебя у гримерки подожду. Chabé divadlo, ale stačí. Tak se jim to všecko houpe. No jo, člověk se musí v téhle době nějak zabavit. Пошли, театрал. Ну то я миловнику умнений. Где сау? Оу. Ты в шатны? Супер. А что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну как можно, Леночка? Работа просто заедет. На днях ждите. Жанка, дай пудру. Фиг тебе. Свои есть, ей пудришь. Это разве пудра? А чего тебе твой не дарит? Nevím proč, když jsou ty dveře zavřené, tak se to seká, otevřou se a ono se to přestane sekat. Zajímavé. V metro bez ženské lásky těžilo. Promozgla. A? Takže jdeme si asi pokecat, doufám, že dneska bude nějaká dobrá šlichta. Vot, co já tě skážu, Artem. Vrodě jíti už nada, no, davaj gulňom, raz živé stáli se. A já ugaščaju. Трохи культури бих увітав. Прошу, дві фірменних. Спеціально для вас із старого запасу. О, це діло! Давай, Артем, строгне! А що се нап'єме? Ну, на то, абих тухле гру без здраві до летсплеював. Добре. Ух, хорошо пошла. Приводка, цо? Вообще, хорошо здесь, но дома лучше. Знаєш, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, плохо у нас, жрать нечего. И расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давай, Артем! Ну, не... Не цизнали, Ваня. Так вот, ну да, у нас строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство. Давай. Ну, до дна. А, о чем это? Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Но видим, что уже вам то целком так лезет до головы. Ты как хочешь, а я красный. Красный мы попробуем. Так что, когда мы живем ты, Артем, за порядок. Я же говорю, ани слово.
další pět. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Už jsem si dával. Co to sakra? Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищай. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Слушай, бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. Слушай, ты зрадче. Ага. С возвращением, товарищ майор. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего, мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Takže lidi, díky, že jste se dívali na tenhle let's play ze hry Metro Last Light a u dalšího se na vás těším. Čau!